Приятного аппетита. Спасибо. Хотите, я позову кого-нибудь, чтобы помогли? Нет, не нужно. Ваша девушка сегодня не пришла? Она не моя девушка. Приятного аппетита. Ты решил бороться с супом? Видимо, так. Как ты сегодня? Лучше, чем вчера. Я только что говорила с твоим врачом. Он сказал, что выпишет тебя через несколько дней. Да? Да, Аллах. Умоляю, не делай так. Что, не кормить супом? Ты можешь называть это кормить супом. Я не привык к такому обращению, просто... Могу не так понять, Кумру, понимаешь? Вообще-то не поняла. Ну, тем лучше. А что в этом пакете? Всякие вкусняшки. Если есть шоколад, дай мне кусочек. Хорошо. Лет меня на ногах держала мысль, что я вернусь. Теперь ты там, а я здесь. Ты умер, а я жив. Ни твои деньги, ни твоя сила тебя не спасли. Твой сын Али арестован. Твой партнер Шериф, его правая рука Айхан, ушли из этой жизни. Разве человек не должен хоть ненадолго обрести покой? Не должен стать счастливее. У тебя много грехов. Ты и там не найдешь покой, я это знаю. Хоть я это и знаю. Но все же чего-то не хватает. Почему я не могу смотреть вперед? Если я 1000 раз тебя убью, ты 1000 раз умрешь. И все равно ничего не изменится, я знаю. Этому нет конца. Он не приходит. Я не могу успокоиться, Рифат Бильгин. Что с того, что ты умер? Я не могу обрести покой. Я на этом пути не смог учесть только одного. Это твоя дочь. Ты оставил мне непобедимого врага. Мне не победить на этом пути. Thank you.
Дела, как ты? Если ты немного пришла в себя, мы можем поговорить о делах? Слушаю. Недавно я встречалась с адвокатами. Мы просмотрели все финансовые отчеты. Я знаю, мы в плачевном состоянии. Я готова передать свою долю акций тебе или Али. Избавляешься от груза тонущего корабля? Ты, как всегда, спешишь, Шермин. Ты можешь описать наш крах до Кузгуна или после Кузгуна, да. И нельзя забывать о твоем участии в нашем падении. Поэтому не нужно мне сейчас напоминать о приличиях. Я все еще должна думать о будущем своей дочери. Назови свою цену адвокатам, пусть они заплатят. Передай свои акции Али. Деньги, акции, компания. Меня это все совершенно не волнует. Лучше бы волновало. Тогда все было бы по-другому. Слушаю. Дела, ты должна прийти в управление. Есть новости о смерти твоего отца. Хорошо, еду. Вы все взяли? Да, я все собрала. Я вам доставил хлопот, я бы сам выписался. Не говори ерунды, пойдем. Может, нужно было коляску попросить? Да нет, что ты, не преувеличивай. Да он же лев, лев. Раненый лев. Я как Симба. Чуть было концы не отдал. Идем. Дервиш. Вы идите к машине, я сейчас подойду. Слушаю. Джихан выписался из больницы? Как раз выписывается. Хорошо, нужно встретиться. В чем дело? Поймешь, когда придешь. Пусть будет так. Выглядишь лучше. Ты можешь говорить? Твой отец не признался. Он не стал выдавать Бихрама. Эту ошибку совершила я. Сотрудничала с тобой. Перевозка не удалась. Кстати, кто проинформировал тебя о перевозке, Кудрет? Я не могу сказать тебе об этом. Хочешь сказать, что не станешь выдавать источник? Это тебя не касается. Это тот, кого я знаю? Значит, ты признаешься, что перевозку осуществляла твоя семья? 100% кто-то, кого я знаю. Приезжай по адресу, который я отправлю. Может, скажешь, что случилось? Приедешь, поймешь. Я позвала тебя, чтобы ты наблюдала за своим творением. Кумру, ты взялась за опасное дело, не надо. Ты думала, что сможешь держаться подальше от своих гнусных дел? Посмотри, кем ты являешься на самом деле. Кумру. Это тебе Кумру сказала? Ты должна сконцентрироваться только на одном. Как ты выйдешь из этого болота? Ты боролась из-за Кузгуна, вот и результат. Тебя затянуло еще больше. Что ты хочешь? Чем тебя угостить? Я не стану тянуть, Джихан. Скажите, мой брат имеет какое-то отношение к смерти Рифата Бельгина? Мой брат причинил вред отцу Дилы? Ты за кого меня принимаешь? Не поняла. Ты думаешь, я сдам твоего брата? Нет, конечно. Разве я говорила такое?
У меня нет ответа на вопрос, который ты не можешь задать своему брату. И если позволишь, я хочу отдохнуть. Извини, пожалуйста. Ладно, не преувеличивай ты так. Ну, давай, Кумру, уходи, и все. Я знаю, где дверь, не утруждайся. Отец Дервиш? Секунду, отец. Увидимся. Ага. Я в порядке, отец Дервиш. Слава Аллаху, прихожу в себя. Написал перед смертью, не смог отправить. Я нашла это среди его вещей после смерти. Позволь, я разузнаю, кому отец посылал письма. Потому что здесь написано «Пишу в последний раз», значит, он и раньше писал. Если я узнаю, куда были отправлены предыдущие письма, то смогу найти этого человека. Юсуф Джебиджи, Дервиш Джевхири. Дервиш Джевхири. Бихрам не просто наказал твоего отца, он сделал это с твоей помощью. Должна быть причина тому, что он тебя так наказал. Может быть такое, что ты выдала себя Кузгуну? Кто знает. Может, и выдала. Ты не предавала Кузгуна, но он предал тебя дела. Эти фотографии были сделаны камерами у дороги. Они находятся в 600 метрах от места, где погиб твой отец. В то утро Кузгун был там. Судя по этим снимкам, как раз в то время, когда похитили твоего отца. Потом Кузгун уезжает обратно по дороге, которая ведет к порту. Потом приезжаешь ты. Вот твоя машина. Следом за тобой Кузгун вновь возвращается в порт. Ясно. Ясно, Кудрет, я поняла. Жаль, что этих фотографий недостаточно, чтобы кого-то обвинить. Но и ты, и я знаем, что твоего отца убили Кузгун и Бихрам. Кузгун – внук Бихрама. Бихрам – дедушка Кузгуна. Они заодно. Смирись с этим, дела. Кузгун наказал тебя самым жестоким образом. Он хотел, чтобы до конца твоих дней тебя мучила совесть. Спасибо. Ты мне очень помогла. Дела. Ты все еще приближенный человек Бихрама. Узнай, кто такой Бихрам. И пусть этот хаос закончится для всех. Рассказывай. Я ведь все рассказал. Расскажи еще раз. Дела Бильгин работала на Кудрет Сизиноглу. Что значит работала? Это я, Кузгун. Отвечай, что значит работала? Не так давно прекратила работать на нее. Когда именно прекратила? Я же сказал, не так давно.
По какой причине? Не знаю. Сколько времени она работала на нее? Они договорились до того, как Дела вышла за тебя замуж. Она поэтому согласилась заключить брак. Ты отрезал мне волосы, а я отрежу тебе руку. Но ты сильно пожалеешь, что вынудил меня на этот брак. Но уже поздно, Кузгун. Поздно. Причина твоего конца буду я. Кузгун. Джибиджи. Что такого важного рассказывала Дела? Мы знаем, что ты внук Бехрама. Это сказала Дела? Да. Перевозка не осуществилась из-за Делы? Не знаю. Кудрет не сказала, кто донес. А как Дела спаслась в ночь перевозки? Я помог. Ты же сказал, что Дела до перевозки прекратила работать с Кудрет. Это не Кудрет просила меня спасти Делу. А кто просил? Ферман Куроглу. Причина? Ферман хочет договориться с Делой, чтобы добраться до Бехрама. Наш общий враг Бехрама Дева. Мы можем вместе найти Бехрама Дела. Враг моего врага мне не друг. Что бы ты ни собирался сделать, ты один, Ферман Куроглу. Желаю удачи. Как Ферман связывался с тобой? Иногда по телефону, иногда через своего человека. Кто его человек? Я его не знаю, ни имени не знаю, ни чего-то еще. Он просто передавал мне нужную информацию и только. Как вы организовывали встречи? В основном они сами меня находили. Не придумывай, парень, расскажи как есть. Если я предам Фермана, то он убьет меня. Ты и так уже мертв. Как ты связывался с человеком Фермана? Я же сказал, это они связывались со мной, а не я. Где Рафат? Почему ты спрашиваешь? Где Рафат Дела? Не знаю, не знаю. Если ты что-то знаешь, скажи. Папу похитили, я не знаю, где его искать, тетя Мирьяма. Помоги мне. Если ты знаешь, умоляю, скажи. Кажется, я знаю, где он.
Соболезную. Спасибо. Нам надо поговорить. Откуда ты узнала, что мой отец в порту, тетя Мирьям? Какая разница? Как ты узнала, скажи? Ответь мне. Кузгун сказал? Нет, я услышала. Это Кузгун отвез папу в порт? Кузгун не убивал твоего отца. Знаю. Потому что его убила я. Меня собственными руками заставили убить отца, тетя Мирьям. Кузгун этого не делал. Достаточно. Спасибо. Рождения. Мне нужна только ты. Завтра я встречусь с Бихрамом. Возможно, он нашел что-то связанное с моим отцом. Орел или решка? Решка. Дай Аллах. Здравствуйте, господин Эден. Я хочу, чтобы вы немедленно начали бракоразводный процесс. Да, для меня. Я хочу как можно быстрее развестись с Кузгуном Джибиджи. Джевхири Ашир Эфендихан. Хакан, у меня есть дела. Если кто-то меня спросит, скажи, буду через пару часов, хорошо? Хорошо. Слушаю. Что тебе надо? Ты все время обвиняла мою семью. Разве это ложь? Нет.
Я пришла сюда не для того, чтобы отрицать. Тогда зачем пришла? Я знаю, что это ты заявила о перевозке. Я могла там умереть, Кумру. Меня могли бы арестовать и посадить в тюрьму. Или же, как и мой брат, я бы сейчас находилась под следствием. И все же вас не обвинили бы ложно, как моего отца, верно? Этого мы не знаем. А ты, Кумру? Ты знаешь, куда идут твои корни? Что это значит? Я буду задавать вопросы, а ты искать на них ответы. Конечно, если ты на самом деле хочешь знать их. Ты когда-нибудь интересовалась, кто отец твоего отца? Кто ваш дедушка? Ты знаешь, Кумру? Я так и думала. Удачного дня. Следи за каждым шагом, Кумру Джибиджи. Где она? Чем занимается? Я хочу знать все, Надир. Хорошо, госпожа Дила. Госпожа Дила, я вчера кое-что оставил для вас в бардачке. Господин Али попросил. Он хочет, чтобы вы держали его при себе. Дочка. Мама, я хочу кое-что спросить. Помнишь, ты разговаривала с человеком по имени Дервиш? Что он тебе рассказал? Я же говорила, дочка. Почему ты спрашиваешь об этом человеке? Не знаю, вдруг вспомнила, решила спросить. А что делать, не спрашивать? Пойти напрямую с ним поговорить? Не нужно ни у кого ничего спрашивать, дочка. Оставайся на своем месте, такие люди опасны. Какая может быть опасность? Не знаю. Они могут быть замешаны в нечистых делах. Разве он не портной? В каких делах он может быть замешан? Кумру, откуда мне знать? Я что, журналист? О, мой Аллах, ну у меня есть чутье, не так ли? К тому же, если бы было не так, то почему твой отец в письме написал, если не был бы вынужден, то не обратился бы к тебе? Вот это и интересно мне, мама. То есть, что этот человек знает о нас, об отце? Что именно он рассказал тебе, когда ты ходила к нему? Ему ничего не известно, он мне ничего не рассказывал. Твой отец знал его, потому что он был полицейским. Поэтому попросил его кое о чем, а он не смог сделать. Что-то вроде этого, дочка. Хорошо, мама. Я все поняла. У меня много дел. А, мама, я сегодня либо очень поздно приду, либо приду завтра утром. Не волнуйся, хорошо? Хорошо. Ну все, целую, пока. На этом все. Я рассказал все, что знал. Мне что-то так не кажется. Если хотите убить, убейте. Делайте, что хотите, но на этом все.
Ты в порядке? Он сказал что-то, что тебя расстроило? По-моему, он что-то сказал, и твои мысли запутались. Не мысли. В общем... Я запутался, Джихан, как-то так. Побудь здесь. А ты куда, брат? Можно спросить? Тут должен быть портной. Где он? Наверху. Спасибо. Кто-то есть? Есть. Это вы, дервиш Джевхери? Я Кумру Джебеджи, дочь Юсуфа Джебеджи. До этого к вам приходила моя мама. Что вы знаете о моем брате? Почему мой отец писал вам? Ты задаешь много вопросов. Я не уйду, пока не получу на них ответы. Не знаю, как вы убедили мою мать, но вы должны убедить и меня. Кто вы, дервиш Джевхери? Почему именно здесь? Пришло время высказать все, что накопилось. Вдруг ты захочешь накричать на меня, чтобы кроме меня никто не слышал. Это ты сделал. Моего отца убил ты, Кузгун. Я не убивал. Это ты упрятал туда моего отца? Да, верно. Механизм установил не ты, но отца похитил ты. Ты сговорился с Бихрамом. Ты был рядом с Бихрамом. Один поймал, другой наказал. Вы совершили ошибку, вытащив отца из тюрьмы. Я сказал, что твой отец не выйдет из тюрьмы, но он вышел. Я посадил его в свою тюрьму. Ты убийца моего отца, Кузгун. Один из убийц. Второй — это я.
Вы заставили меня убить отца собственными руками. Бехрам Адевар и Кузгун Адевар. И это все? Ты обычный портной? И ты познакомился с моим отцом в тюрьме? Если тебе не понравилось, я могу рассказать другую историю. Но она тебе вовсе не понравится. Напрасно стараешься. Послушай меня, дядя. Я журналист. Я не поверила твоим словам, ясно? Я же вижу, ты что-то скрываешь. Расскажи. Если не расскажешь, то выясню сама. Как? Не знаю. Что ты узнала обо мне до того, как прийти сюда? Мне сказали, что ты хороший портной. А что насчет брата? Какие у тебя дела с ним? Твой брат – мой друг. Мой близкий друг. Ничего не скажешь? Не станешь обвинять меня, не спросишь у меня, откуда я знаю, что ты внук Бехрама? И раз знала, то почему я не сказала об этом раньше? Ничего не спросишь? Я всего лишь хотел тебе доверять. Хотел верить тебе. А ты пошла и передала меня полиции. В ночь, когда ты позвала меня в хижину. Несмотря на все секреты, на то, что ты думал, что я тебя предала. Ты был со мной, думая об этом, Кузгун? Нет. Я не думал. Все, что произошло, не было продумано заранее. С того дня, как я тебя увидел, дела, мои мысли совершенно перепутались. Я хотел остановиться. Хотел уберечь тебя. Хотел спрятаться вместе с тобой. Хотел, чтобы та ночь осталась в нашей памяти. Выходя в то утро из дому, я молился, чтобы ты не оказалась предателем, дела. Я не предатель. В отличие от тебя, я не предатель. Я хотя бы работала на полицию, а не как ты на Бехрама. Я договорилась с полицией. Не для того, чтобы сдать тебя, а чтобы сдать Бехрама Адевара. За тем столом сидел и я. Ты месяцами сотрудничала с полицией и врала мне, глядя в глаза. Ты предала меня, чтобы вытащить своего отца, преступника, дела. Ты не все. Не все связано с тобой, Кузгун. Мы и так до твоего возвращения были в том болоте. Чтобы вытащить свою семью из болота, у меня не было другого выбора, кроме как сотрудничать с полицией. Не было! Я не хотела, чтобы моего отца убили в той дыре. Смогла вытащить? Ты не позволил! Я сказал, что не позволю! Я тебе сказал, прямо здесь сказал! Я сказал, что ты не сможешь стоять на моем пути, что твой отец не сможет выйти из этой дыры! Ты не можешь успокоиться. Ты все еще не можешь успокоиться. Потому что ты научился жить только с ненавистью. Ты больше ничего не знаешь, Кузгун. А что будет дальше? Что
что будет дальше, а? Вот, я стою перед тобой. Я стою перед тобой, я здесь, я рядом. Ты мою фамилию разделил на две части. Мою жизнь разделил на две части. Ты разбил всю мою семью. И теперь ты счастлив? Я никогда не буду счастлив, не переживай. А ты хочешь, чтобы я была счастлива? Знаю, что хочешь. В начале, в самом начале, человек, который хотел возвыситься до самого верха, тот, кто хотел уничтожить Бихрама, знаешь, как может сделать меня счастливой? Один шанс, Кузгун, хотя бы один шанс для нас двоих. Сделай для меня кое-что. Сделай это хотя бы потому, что так будет правильно. Скажи мне, кто Бихрам? Отдай мне Бихрама. Ты ему не внук. Дай мне его, чтобы доказать это. Говоришь, мой отец преступник? У Бихрама в 1000 раз больше грехов. Рифат ведь твой отец, а Бихрам мой дедушка. Кузгун, не говори так, прошу тебя. Что ты пытаешься сделать, дела, а? Хочешь, чтобы тебя убили? Ты правда думаешь, что таким образом защищаешь меня? Не обманывай себя зря. А меня? Меня и вовсе не можешь обмануть. Дай мне Бихрама. Отдай мне Бихрама, Кузгун. Бихрам – необычный человек. Да, необычный человек. Бихрам – убийца моего отца. Бихрам – также убийца твоего отца. Неужели ты не понимаешь? Я не могу выдать его тебе. Дела, если я его выдам... Что будет, если выдашь? Ты и так уже потерял меня, Кузгун. Но ты сохранила жизнь, дела. Забудь про Бихрама. Враг Бихрама – Ферман. Я знаю, что он связывался с тобой. Я хочу это лишь для себя. Потому что я хочу знать, кто такой Бихрам. Мне нужно знать, кто является убийцей моего отца. Мне это нужно. Кузгун, пожалуйста. Ладно. Тогда я узнаю сама. Будь уверен, я узнаю.